Всем привет, дорогие друзья! Сейчас вы видите на экранах мое старое железо, которое я покупал еще в 2007 году. Это материнка Gigabyte GA945GZM. Значит, попросил меня друг протестировать ему память DDR2. Вот такая вот пришла память. Видимо, с закосом под Kingston, потому что логотип, как видите, ну вот эта вот фиолетовая штуковина, это почти копия Kingston логотипа. Не знаю, зачем китайцы это делают. Ну, в общем, такая вот компания Clisser, как она правильно читается, даже трудно сказать. Надеюсь, как-то будет даже видно вам. Вот такая плашка на 4 гигабайта. Моя материнская плата не поддерживает такие объемы. Взял знакомый мой друг две планки на 4 гига. Как по-моему, такие апгрейды — это утопия, потому что, как понимаете, уже там частоты совсем другие на данный момент. Сейчас прогресс настолько вперед пошел, что DDR2 планки покупать сейчас в данный момент — это как-то нелепо даже. Хотел показать вот вам программу, с помощью которой можно протестировать память на ошибки. Вот. В принципе, при распаковке памяти вы можете сделать вот такой мем-тест, чтобы в случае, допустим, каких-то ошибок, вы могли китайцу предъявить какие-то претензии. Собственно, что в данный момент и происходит. Но могу заметить то, что это должно делаться одним кадром, все сниматься, по крайней мере для Китая, потому что вы не докажете, какую планку вы воткнули, то есть вам никто может не поверить, то что планка действительно та. В общем, распаковываете планку, вставляете ее, все это дело тестируете и показываете то, что если есть ошибки, можете возвращать смело сумму определенную, там либо процент, либо всю сумму, кому как больше нравится. Вот, значит, процессор здесь стоит, кому интересно, Core Tudo E4500 на 2,2 ГГц. Материнка у меня сейчас просто лежит, естественно, не используется, потому как с такими ресурсами очень трудно куда-то применить такой компьютер, даже с браузером будет тяжело справиться. Как вы понимаете, все программное обеспечение на данный момент строится таким образом и обновляется так, чтобы ваше железо захлебнулось, не потянуло, и вы побежали и купили новый компьютер. Наверное, никому Америку не открываю сейчас. А я вот гонял на таких вот планках. Одна планка, значит, на гиг. Веритеч какая-то. Честно говоря, даже не помню, откуда я ее накопал. А покупал я в то время, в 2007 году, две планки по гигу. То есть у меня было 2 гига оперативки. Тоже знакомый продавец сказал мне: нафига тебе столько памяти, 2 гига целых. Ну, вот я вот тогда решил смажорничать и взять сразу две планки по гигу. В чем ошибся крупно, потому что нужно было брать одну планку на 2 гигабайта, потому как потом захотелось больше, и максималка этой материнки 4 гига, и, соответственно, куда девать планку на гиг. Ну, в общем, такой нюанс. Когда покупаете железо, подумайте о том, что будете делать какой-то апгрейд. Ну и, соответственно, вам нужно покупать материнку, которая будет поддерживать тот объем максимальный, до которого вы собираетесь апгрейдиться, так сказать. На данный момент, я думаю, это, наверное, до 32 гигов, смотря что за компьютер, для чего вы его используете. В общем, вот мой тест. Он у нас сделал, вот он, пас, то есть он прошел один круг, как бы прогнал память. И errors 0, то есть все нормально, плашка рабочая, 4-гиговая. Почему-то на компьютере, для которого приобретались эти планки, они не заработали каким-то магическим образом.
Видимо, там проблема какая-то другая. Но не в памяти дело. Вот. Что хотелось бы рассказать. Вот такую программу вы можете запустить с диагностической флешки. Видео, как делать диагностическую флешку, я делал давненько, конечно, но в принципе можно со временем обновить и сделать тоже какой-то видос, но ссылка в описании, в любом случае можете посмотреть. Суть в чем, был заказан также еще и процессор, какой-то там материнской плате, я уже не знаю, к сожалению, пока не уточнял. Но дело в том, что был заказан процессор Xeon серверный. Может быть, слышали о таком, что ставят на 775 сокет такой процессор. Он там какой-то, то ли пропил у него там дополнительный. В общем, вставляется он в слот не так, как он вставлялся в свою родную, в свой родной слот. В общем, ну, с намеком, наверное, на то, что получится более-менее мощный комп по сравнению с таким, с такими процессорами, которые шли сюда на 775 сокет. Ну, в общем, как по мне, эта идея немножко утопическая, потому как, во-первых, нужно убедиться, что материнская плата будет тянуть этот процессор, сможет его обеспечить. Потом блок питания вам нужен будет соответствующий. Ну, в любом случае, производительность вообще ни о чем. Проще, наверное, собрать новую материнскую плату с процессором каким-нибудь, хотя бы Core i3, если вы хотите там, я не знаю, играть или какие-то программы более-менее адекватные запускать. Поэтому подумайте, прежде чем заказывать вот этот Xeon процессор и тратить деньги на оперативку, которая работает на ужасной на данный момент скорости. Так что вот такой вот видос. И постараюсь, наверное, вам выложить тоже информацию о том, как получилось с этим Xeon. Запустился ли он, как он работает, ну и какие результаты в тестах он будет выдавать. Это, наверное, будет немного позже. Ну, а в принципе, на этом, наверное, все. Ссылки, конечно, я дам на все это железо, которое было куплено в AliExpress. Кому будет это действительно интересно, может быть, просто кто-то захочет поразвлекаться и апгрейдить свое старое железо. Вот. Ну, а флешка, я думаю, вам не помешает такая. У меня она на 16, можно взять флешку на 8. Можно взять флешку побольше, чтобы у вас там поместились драйвера универсальные, типа драйвер пэк. Так что на этом, наверное, все. Надеюсь, было хоть капельку полезным и интересным это видео. Так что до новых встреч. Я думаю, покажу вам еще кое-что интересное об этом железе. Всем пока, увидимся.